Всем добрейшее утро. Мы в Запорожье. Вчера все хорошо. Два бусика доехало. Народа привезли много, я не считал. Яблоки берите. Держите это. И вот еще мальчик. Моя хорошая. Он тебе Миша пришел. На целый день шлет. Привет. Смотрите, сколько тут детей. Вот никого. Все, успокойтесь. Давайте готовимся к эвакуации, но все на ваш страх и риск. Вещей только брать, одеться самим, тепло и все. Сколько детей у вас? Раз, два, три, четыре, пять. Четыре месяца. Манюня. Питание есть у вас? Просто вода все. Вы готовы? Сейчас кофеечек пьем и отправляемся. Ну там, конечно, гремит, но ничего. Гремит. Вот. Я надеюсь, что детки сохраняются. Это пи***ц просто. Мне слезы наворачиваются, дети плачут, боятся. Вниз спускай. Все нормально? Аккуратно, все спускаются вниз. Да, мы сегодня под бомбами, суп под бомбами называется. Короче, детки у нас будут сегодня сытые. Детки будут сытые. Я понимал, что драмтеатр — это, наверное, самое безопасное место. Вот почему я и не забирал оттуда. Здравствуйте. На втором этаже много находилось мамочек, кормящих, беременных. Они по комнатам были все. Здравствуйте. Драмтеатр. Все, как-то так. И когда я уехал, и мне сказали, что драмтеатр попал в снаряд, я не знаю, какую цель они преследовали в драмтеатре. Там не было военных, не было... Это было просто драмтеатр, где жили люди. Ребята, доброе утро. У нас пополнение. Мони. Ой, ты какой хороший. Находим минутку веселья. Значит, можно с вас идти. Худшее – это вечер. Я уходил куда-то там подальше, чтобы никто не видел. Сидел, просто плакал. Эту всю боль просто выталкивал. И тяжело было понимать, что дети просыпаются ночью от страхов. Тимка, мы едем спасать людей. Сегодня нас стало еще больше. А все начиналось с одной машинки, вот этой красной. Вот, а теперь нас, смотрите, сколько. С нами два маленьких пассажира. Маркуша, можешь помахать? Девочки не хотели, сад. Я говорю, мы такие страшные. Я говорю, да главное, что живые. Я заканчиваю волонтерство. Вот. Я не знаю, как ребята, будут ли они волонтерить еще. Вот. Теперь я буду заниматься дальше бизнесом. Вот. Мы туда ездили забирать людей. Мы туда забирать людей из горячих точек, с бомбоубежищ. Там, где мы знали, там, где я жил, вот, в этих бомбоубежищах. Сейчас, на данный момент, туда просто не пускают. Все, всех люблю, целую.